Мы начинаем новую часть нашего маршрута вокруг острова Тенерифе. Стартуем мы из города Пунта-дель-Идальго. Он находится на севере острова, дальше только начинается Анага. Мы же идем на юг. Пошлите! По дороге виднеется северная часть острова. Это парк Анага. Самое красивое место на острове, мне так кажется. Ого, какой необычный маяк. Это маяк называется Фара де Пуно. Фара де Пуно, блин. Он называется Фара де Пунта де Идальго. Находится в одноименном городе Пунта де Идальго. Мы двигаемся на юг, вдалеке видно следующий город, Бахамар. Вулкан Тейде спрятался где-то в облаках. Мы стоим рядом с бассейнами в городе Бахамар. Именно здесь бывают легендарные волны по несколько метров высотой. Мы на середине пути вернулись обратно в город Техино, где мы оставили машину. Вторую половину пути мы пройдем вдоль побережья, надеюсь, не как здесь по дороге. А потом на автобусе вернемся обратно в этот город за машиной. Наша дорога сегодня пролегает через банановые плантации, в теплицах здесь выращивают папайи и многие другие фрукты. Банановый цветок, под лепестками можно найти зелененькие бананчики. А это уже бананы покрупнее, но тоже все еще зелененькие и маленькие. Дорога оказалась слишком медленная, потому что идет по крупным камням, иногда по пляжу. Из-за этого мы не успеваем по нашему плану и придется немного сегодня укоротить маршрут. Сегодня мы заканчиваем наш маршрут. Сейчас мы идем по банановым плантациям, как обычно, в сторону автобуса, чтобы доехать до Техино и забрать нашу машину. Наш сегодняшний маршрут подошел к концу. Мы находили 20 километров и 7,5 часов. И заканчиваем наш маршрут в городе Техино. В целом ничего интересного по этому маршруту нет, но можно взять с собой купальники и покупаться в красивых лагунах. Все, мы тебя обогнали. Да.